января 2016 года будет Джимми Моралес Кабрера, избранный в октябре этого года. Президент Майндио сразу после объявления результатов голосования направил ему телеграмму с поздравлениями. Министерство внутренних дел Китайской Республики не стоит из собственной прихоти вводить удостоверения нового образца, аналогичные введенным в КНР удостоверениям личности для жителей Тайваня. Об этом 2 ноября заявил глава Совета по делам материкового Китая Ся Лиен, выступая в законодательном юане Китайской Республики. Он отметил, что уважает внутреннюю процедуру принятия решений в Министерстве внутренних дел, но считает, что вводить подобные карточные удостоверения с точки зрения затрат не соответствует необходимости. По-моему, выдача приезжим на Тайвань карточных удостоверений с точки зрения затрат будет прихотью, если это будет контрмерой, лишь бы сделать так же, как и другая сторона. Нам следовало бы рассмотреть эту меру под различными углами и в отношении стоимости. Мне не кажется, что на данном этапе в этом есть необходимость.